Declan? Shane! Oh, shit! Shane! You're all right! Fuck, first good news in a while. Declan, there is something at the base. It's some kind of alien, a monster. We know. Lucas said it had something to do with Volkova's research, so I don't think we can claim credit for discovering aliens. You saw it? Shane, we got emergencies upon emergencies right now. The Cyrano fell out of the sky like a rock. Oh my god. I didn't want to believe it. I'm with Josie and the Meerkat heading out to the crash site to look for survivors. Lucas volunteered to stay behind at the base, but it's in really bad shape, man. The mangrove tree? Its roots are everywhere. Taking over. All right. What can I do? Lucas said he had a pretty good idea what happened and a way to stop it at the source. Find Lucas and help him. He should be in the research lab. I'm glad you're all right, man. Please stay that way. Там почему-то не перевели еще, что он сказал, что эта Сирана грохнулась, короче, разбилась. Ну а дальше уже перевели, что они едут туда. Снимать скафандр? Может, не стоит? Мне интересно, Волкова-то сама где? Holy shit, the whole base is infected. Okay. Lucas. Lucas. О, уже батончики. О-о-о. Это уже кровь. Труп? Я не знаю. Непонятно. Что ж это за свинья-то такая? Ты посмотри, какой бардак, а? Так это уже потом, я так понимаю. Я про мангу. Lucas was definitely here. He analyzed a sample of the roots. Все еще хуже, чем я ожидал. Естественно, как только я увидел, что произошло, то попытался забрать свои записи и создать противоядие. Инна, должно быть, предвидела мое вмешательство, так как, когда я подошел к двери, непроходимая корневая система и мясистый полип преградили мне путь. Кажется, это голосистое растение почувствовало мое присутствие. Я едва смог вырваться. Тем не менее, после борьбы с одной из лиан, в моем ботинке оказался небольшой образец ткани. Анализатор определил временный контрагент, который я немедленно поставил собираться. Лианы становятся все более агрессивными. Я надеюсь, что инъектор Z-серии достаточно прочен, чтобы проколоть корни. Я должен срочно вернуться в лабораторию. Если я не исправлю последствия эксперимента, база может погибнуть вместе со всеми обитателями. Я предупреждал доктора Волкову о подобном исходе. Ее амбиции, свободные от ограничений морали, погубили ее. Безграничный потенциал H-патогена затуманил ее рассудок. И тогда страстный дух, который составлял основу ее личности, проявился во плоти по всей базе в хаотическом переплетении мангровых корней и гнили. Почему мангровых? Мангро? Мангровых. То манговое дерево, то мангровых. Ну ладно, может, опечатка. Может, опечатка. Я настаивал на соблюдении протоколов и процедур именно для того, чтобы избежать подобных ситуаций. Инна, что ты наделала? It's the recipe for a plant poison. Well, if Lucas thought it would do something to the tree, I should do the same.
I need to find and mix different vials at the centrifuge. Какие пробирки искать-то? Триазолам 0,5. Это вот, получается, сегодня, наверное, было, или нет? Потому что Ван Бюрен последний у нас работал. А, смотри-ка, тут еще 11.02. 06, 06, 07. Не знаю, надо ли нам это. Яд отправлен в химический анализатор. Измененная формула, оригинальная формула. Что нам с этим делать, я пока не понимаю. Вон анализатор. Пробирки. This could be useful. А вторая? Так они не подписаны ничего никак. Возможно, вот там в меню где-нибудь подписаны будет. В этот залезь еще. Да. Disgusting. Фу на тебя. Гадость. Вот теперь нужно в нужном порядке зафигачить сюда пробирки. Да. То есть 5 штук должны быть одинаковые, смотри. А, они даже вот так, я думала, они подписаны будут названиями какими-то. Ха. Так, не понял. Что-то как-то не пойму. А как она крутится еще раз? Покажи. Покрути ее. Вот, смотри, надо туда смотреть, получается. Так что ли? Теперь нам надо, например, вот эти. Мне нужно 3 справа вот эти закрасить. Но если я правильно понимаю, как это работает. Вот, например, вот так. И я помню, был одиночный еще снизу слева, который был. Не было. Тут просто простая головоломочка. Надо подобрать. Ну, чтобы совпадало, все да. Совпало, да. Да, я понимаю. Погоди, но нам надо вот красненькую еще найти. У нас красненькой нет. Они вообще не расцвечены. Да. Получается, вот это уже не подходит. Вот это не подходит. Вот это подходит. Но нужно будет еще вот эти 3. Вот этот подходит. Возможно, нужно еще найти. Тут явно чего-то не хватает. Такое ощущение. Вот это не подходит. Ну, ты можешь походить по комнате, еще посмотреть. Не то, что могу, мне нужно еще походить явно. Или нет? Я не вижу других. Нет. Ну да. А может красненький это в одну ячейку попасть двумя?
допустим. А серенькие — это пусто? Серенькие пусто, да. А вот смотри, левее. А ты вот какие-то крутишь их, и стрелка — это что? Относительно стрелки надо выравнивать или выставить именно так же, как вот на картинке? Я не понимаю. Просто видишь, она по-другому стоит. О, смотри. Точно. Оно... Здесь не надо по этой картинке, здесь нужно, чтобы вот, формула совпала. Вот просто. И я об этом же. То есть на картинку не ориентируемся, просто ориентируемся. Да. На то, что получается в итоге, да? Да. Вышел случайно, да? Ага. Ну так. Все. Вот, подходит теперь все. The centrifuge will only spin if the contents are balanced. А, мне их нужно поставить вокруг. Сейчас. Равномерно распределить mm-hmm. нужно. Это вот будет так. Равномерно? Вот так, наверное, да. Будет. И теперь зарядить, наверное, вот этот. Да-да-да-да-да. Declan, a little hope. Lucas is AWOL, but he was working on a poison. I've got the compound to test out. Not much but scorched metals and detritus out here. I'd start cataloging, but we're not salvaging. We're walking around a crime scene. Куда впендюривать это вот богатство? Ну, куда-то туда, где мы не можем пройти. А нам... Подожди. Использовать яд? А, нужно проверить на чем-то. А, наверное, на цвет... Туда, говорят. Туда, говорят. Сейчас чихнут на тебя, будешь знать. Иди отсюда. Ясно, не пройду. И тут не пройдешь. Направо или налево? А, вот сюда. Видимо, сюда. Да. What the hell? О, нифига себе. Lucas. Они ему в рот что-то запихнули. Фу. Lucas is fucking dead. Oh god, no. He's completely covered in that black fluid. It's everywhere. Pulsing. It's on the walls, on the floor. It's like it knew. Hey, breathe, Shane. You're not gonna die. Nobody else is gonna die. We just have to keep going. I feel like I'm gonna be sick. I can't deal with this. Ай, жесть. А если в него воткнуть? У него, кстати, тоже инъектор. Точно. Да капец. Полет к лунам. Лукас, центр управления хочет, чтобы вы произвели расчеты для потенциального полета к двум лунам. Учтите логистику и варианты запуска миссии с Земли и с Марса. Выполните некоторые приблизительные расчеты для обоих проектов. Это задача первостепенной важности. Кроме того, обратите внимание на лунные орбиты. Фобос должен быть на расстоянии в 1/4 марсианских диаметра с периодом обращения 7,66 часа, а Деймос 3,5 диаметра и 30,35 часа. Но центр управления сообщил, что они стали обращаться значительно ближе и быстрее. Возможно, это какой-то сбой. Жду результатов. Джози. А почему именно такие параметры должны быть? Какой-то ритуал. Ну, это мы видели. А что нам делать-то надо?
А, к компьютеру Лукаса добраться предлагает. Там осторожно он, бутон. Дополнительный журнал текущего исследования образцов в поисках доказательств существования микробной жизни на планете Марс. А, так это мы читали. Образцы из зон проанализированы, никаких признаков микробных окаменелостей. Подожди, а вот этих записей не было же вроде? Или я просто не пролистал дальше? Может быть, я не знаю. Образцы из зон H16A27 проанализированы. В древних породах обнаружены органические молекулы. Это предшественники и кирпичики для построения живых существ. Хотя еще не доказательства существования микроорганизмов. Образцы из зон A28A39 проанализированы. Никаких признаков. Образцы из зон А57-А68 проанализированы. Никаких признаков. Деклан говорит, что нашел перспективное место примерно в 36 километрах к востоку от базы. Надо послать его туда за следующим набором образцов. Наверное, я не полистал. Просто первый раз. А, надо с него, наверное, взять. А, нет. Вот. А, вот. С Инной случилось что-то ужасное. Она зовет меня. Я слышу ее издевки. Ее голос эхом разносится по коридорам. Я знаю, что смогу убедить ее. Потому что иначе никак. Вещество такое-то, мне нужен улучшенный контрагент. Гибрид Мауна-Лоа. Доктор Волкова, один из гибридных образцов, который я взял у новых экземпляров, особенно опасен. Во время цветения он продуцирует облако ядовитых частиц. Первоначально я предположил, что это какие-то споры. Но облако быстро рассеивается, оставляя слизистый осадок с химическим составом слюны. Анализ газа показывает высокий уровень тетрадотоксина. В черенках, которые я срезал, нейротоксин недостаточно силен, чтобы вызвать что-то более серьезное, чем тошнота и дискомфорт. Но нахождение рядом с полностью взрослым растением может быть смертельно опасным. Lucas and Ina both knew this could happen. Во вложении скрипт для биокомпа, позволяющий провоцировать выброс гибридным растением облака ядовитых частиц. Загрузите и установите его для собственной безопасности. Процесс цветения запускается, когда организм находится в непосредственной близости. Однако импульс высокочастотного звука также может запустить процесс цветения преждевременно, что позволит газу рассеяться до нашего приближения. На данный момент я позволил себе вытащить эти растения из гидропонного колеса, чтобы мы могли поговорить. А ты их сможешь на расстоянии взрывать. Ага. Угу. Ну, я установил, хорошо. Ну, вон он. Можешь проверить. Вон на тех. Не подходя к ним. Now I can find a way into the greenhouse. Mm-hmm. Thank you, Dr. Van Buren. I should head back to the infirmary and synthesize the stronger poison. Так, что там еще за бумажечка была? Фу. мы раньше читали. Мы читали это лицензионное соглашение. Да, все, я помню. В самом начале. А, это тоже было. Ну, я так понимаю, нам обратно в коридор. Так, нам надо создать яд.
более крутой. А что они тут делали-то? Такие, главное. Потом взяли, разбежались. И они вот так вот все потом, то есть можно ходить спокойно. Ну, фиг знает, как оно потом. Может, на некоторое время. Потому что, допустим, ты в прошлый раз, когда подходил, они взорвались, и потом опять бутоны оказались. Да, было такое. Центрифугу. А он еще пробирка, надо... кстати, какая-то, слева вверху торчит. А я не могу с ней ничего сделать. Ну ладно, давай. Так. Лепи. Вот это нам вообще теперь не подходит. Вот этот по-любому нужен. Ну, допустим, вот это нужно. Нет. А, возможно, вот эту штуку можно было бы использовать, ну ладно. А вот это новое, вот это не было. Наверное, третий будет как раз. Цвет даст такой, какой нужно. Новое, имею в виду. Угу. Так. Нужно три штучки, где расположено. Вот в центре, в самом. Вот это, ниже. Вот это, да. Нет? Нет. Там пусто у нас должно быть слева внизу. Так что это не подходит. Или вот это вот. Нет. Подожди, ну а почему нет? Ну пока нет. Нет, ниже, которая. Вот это, да, это подходит. Но... Ну попробуй. Ну просто. Ладно. Нужно сверху и снизу еще теперь закрыть. Вот, теперь такую еще. А, нет. Сверху и снизу, да. Да, сверху и снизу. Но у нас такое я не помню. Двойную, нет? Вот такая есть. Вон она. А, нет, это не она. Она же, получается, другим углом. Нет, стоп. Вот это обратно. Я просто думала, можно их вертеть. А их вертеть нельзя. Нельзя, да. Так, вот. Значит, теперь надо нижнюю по-другому надо закрасить. Просто сочетать. А, нет, не получится. А вот... Значит, вот это нужно. Вот. А вон там вытащить. Теперь надо как-то нижнюю слева закрасить. Нормально все? Не получится. А, слушай, да, все нормально. Все хорошо? Вот так получается. А чего это свет выключился? Это я выключил. А. Declan, I have what I need. I'm going into the greenhouse, though I'm not sure what to do from there. Dump the poison in the water reclaimer? The reclaimer would... No, you're on the right track. I need to hit it at the source. If I can get to the water filtration system, inject it there, the whole system is poison. It could work. Oh, в теплицу.
Да ладно, мы оттуда... Так бежали. В прошлый раз, да, еле убежали. Вон, смотри, видишь? Нет, но эти сами взорвались. А ты это не взрывал? Нет. Эх. Да жуть. Еще эти человечки черные. Непонятные. Взрывать не забывай. Справа сам взорвался? Или да, ты его? Сам. Запакуется обратно. Нет, в смысле... А, нет, я взорвал. Он как бы задел его, короче. Just a short EVA to the airlock at the back of the greenhouse. Declan, there's no helmet in this airlock, and the only way to the greenhouse is from the outside. Okay, what about the other airlocks? They're completely overgrown. 2 seconds, door opening. Approximately 50 meters. Another 2 seconds, atmosphere. 2 seconds. Oh, shit, I know what you're thinking, but I can't... Your earplugs will prevent your drums from rupturing. Exhale completely. You'll have to sprint. It's only minus 19 Celsius, so no risk of frostbite. It's theoretically possible. This is the worst idea ever. Как мне не хочется это делать. Еще бы знать, куда бежать. Компьютер. Ну офигеть. Вон она, дверь. Угу. Давай. Кнопка, кнопка, кнопка. Переживала прям за себя. Фу. Shane, come on, come on, check in. I'm here. I'm freezing. Headache is back. My ears are ringing. I should be dead. Jesus, slow down. Fuck, catch your breath, please. Are you good? Tell me you're good. Can you walk at least? I'm still standing. Hoping I'm not going into shock. I lost 40 years in 10 seconds. Okay, we'll get you looked at as soon as we can. Hang in there. Жуть какая. Здесь, кстати, тоже нет скафандра. Да. Потом обратно еще бежать, да? Я не знаю.